Сейчас приготовлю кушать, всех накормлю, все будут довольны и сытые. Что с тобой? Ты чего это расслабился? Что происходит? Дружок, что с тобой? Да что ты так расшумелся? Что тебе не так? Никого там нет. Это просто холодильник. Ты мешаешь мне готовить. А Элизе мешаешь заниматься музыкой. Прекрати лаять. Иди поешь в миске еды. А потом иди погуляй. Или поспи. Только не шуми. Хватит уже. Хорошо, давай откроем холодильник и посмотрим, что же тебя так сильно беспокоит. Отойди в сторонку. Ты кто? Я Снеговичок. Всем огромный привет. Я тут у вас немножко поморозиться решил, а то так на улице жарко. Да это чудеса какие-то прямо. Ну вылазь оттуда. Даже не знаю, что сказать. Вылазь, что ты там сидишь? Ничего себе! Друзья, приятно с вами познакомиться. Я Снеговичок. Очень люблю холод, и мне некомфортно в теплых условиях. Я начинаю понемногу таять. Поэтому я воспользовался вашим холодильником. Уж прошу извинить меня. Отлично позанималась. На сегодня, пожалуй, хватит. Так вкусно пахнет. Кушать хочется. Пойду спущусь вниз. Что там у нас сестренка вкусного приготовила? Право, даже не знаю, чем тебе помочь, Снеговичок. У нас и дома, и на улице тепло. И поэтому я не знаю, как тебе предоставить холод. Единственное место в нашем доме холодное. Это только... холодильник, но у нас там хранятся продукты, и там очень-очень тесно. Боюсь, что длительное время тебе неудобно будет там находиться. Ничего страшного, я могу и в холодильнике посидеть. Главное, чтобы было холодно, а так все в порядке. Добрый, ой, а кто это у нас такой? Приветик, девочка, я Снеговичок. Только что познакомился с твоей сестрой. Очень приятно познакомиться и с тобой. Да не может этого быть. Снеговичок, ты действительно существуешь? Тихо, хватит тебе уже лаять. Да я уже сама замучилась. Лает и лает на Снеговичка. Неугомонный пес какой-то. А ну-ка иди отсюда, иди во двор. Приятно с тобой познакомиться, Снеговичок. А я Элиза. Я тоже очень-очень рад с тобой познакомиться. Давай дружить вместе. Ну как? Ты же все-таки боишься тепла. А я не очень люблю холод. Ребята, нам нужно что-то придумать и как-то помочь Снеговичку. Какие-нибудь идеи есть у кого-нибудь? Конечно же, это либо холодильник, либо ванная. Там тоже очень прохладно, особенно если набрать холодной воды. Какая же ты молодец! Действительно, можно в ванную пойти. Дружок, а ну-ка перестань шуметь. Так чего же мы тогда ждем? Бежим скорее в вашу ванную, а то я уже подтаиваю понемножку. Сестричка, ты тогда готовь, а я Снеговичка сама отведу в ванную, хорошо? Отлично, а то у меня уже все подгорает. Ну вот, Снеговичок, и наша ванная.
как тебе? Сможешь здесь посидеть? Только вот я не знаю, долго ли ты сможешь здесь просидеть и не растаешь ли? Ух ты, мне здесь очень нравится. У вас так комфортно, так уютно. Давай включай для олова холодную водичку, буду охлаждаться, а то уже не могу, прям жарко-жарко. Так тебя зовут Олов, маленький снеговичок? Да, совершенно верно. А разве я не представился? Нет, ты сказал, что ты просто снеговичок. Ой, глупая башка, совсем забыл. Уж простите меня. Вот тебе холодная водичка. Ой, как здорово! Обалдеть! Ура! Как прохладненько! Спасибо вам большое! Вы такие добрые! Хорошо, что я к вам попал. Может быть, расскажешь, а как ты к нам попал все-таки? Мне очень интересно. Все-таки это необычно, что снеговики говорят. Но как бы тебе сказать? У меня была подруга, звали ее Анна. Но, к сожалению, попав в не то измерение, я угодил в ваш холодильник. Вот так мы с ней и потерялись. Буду ее как-нибудь искать. Да ты что? У тебя же не получится. У нас сейчас теплое время года, и ты просто-напросто сможешь растаять. Скажи, как мы можем тебе помочь, и мы обязательно найдем твою подругу Анну и поможем вернуться в твое измерение. Ух ты, здорово! Я буду вам очень благодарен, если вы поможете мне. Я так по ней скучаю. Ой, а это еще кто? Вы кто? Девушка? Здравствуйте. Я случайно попала через измерение в ваш дом. Я ищу своего друга, снеговичка. Вы случайно его не видели? Да, да, конечно. Он сейчас охлаждается в ванной с моей сестренкой. Так что можете пойти в ванную. Пойдемте, я вас провожу. Ой, я, наверное, перегрелась у плиты. Большое вам спасибо. Это мой самый лучший друг. И мне очень плохо без него. Спасибо вам. Ой, какой же ты смешной. Ну надо же, такие интересные истории, знаешь. Да я много чего могу наболтать. Я болтун вообще от природы ужасных. Ты знаешь, моя вот подруга Анна иногда просто бесится, когда я много болтаю. Да, я такой. Ну это же здорово. С тобой зато очень весело. Ой, я так давно не смеялась. Какие же у тебя все-таки забавные рассказы. Повеселил прям от души. Да-да, я знаю еще очень много интересных рассказов. А ты знаешь, тебе это скоро надоест. Потому что я могу без умолку болтать и болтать. Я очень люблю пообщаться. Ну вот от природы я такой общительный снеговичок. Тук-тук-тук. Кто там? Заходи, сестричка. Олаф, привет. О, вот она и Анна. Познакомься, Элиза. Это моя лучшая подруга. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, что помогли моему другу не растаять. Да-да, у меня появилось много друзей. Элиза, ее сестра и еще пес у них такой забавный есть. Но ты, как всегда, в своем репертуаре. Уж извините моего снеговичка. Нам пора собираться, ты так долго здесь не протянешь. Нужно срочно тебе на полок. Собирайся, и мы возвращаемся в нашу землю. Ой, ну как же! Я только заобщался с этими девчонками. Мне хочется поговорить с новыми друзьями. Ну, Олаф, а как же я? Ну, Анна, давай немножко погостим.
Я даже не знаю, сможете ли вы у нас остаться, потому что у нас сейчас лето. А вы знаете, у меня появилась идея. У нас тоже есть такое холодное время года, как зима. И вы можете к нам зимой приезжать. И мы будем веселиться на снегу, играть в снежки. И тогда Олаф не растает. Ура, ура! Мне такая идея очень нравится. Анна, ты согласна? Я думаю, что да. Мы действительно сможем к вам зимой приезжать. А получится ли у вас? Вы же случайно к нам попали. Да получится, конечно. Мы теперь знаем, как в это измерение попадать. Тогда договорились. А сейчас, Олаф, давай возвращаться скорее, пока ты совсем не растаял. Эх, опять залазит в холодильник. Ой, ладно, пойду еще попрощаюсь с твоей сестрой. Ну вот и все, дорогие мои друзья. Я прощаюсь с вами и обязательно к вам еще вернусь. Не скучайте, я расскажу вам много интересных историй. Пока-пока! Спасибо вам, девочки, большое за все, за то, что уберегли моего друга от того, чтобы он не растаял. Огромное вам спасибо, и мы скоро к вам вернемся. До новых встреч! Прощайте, девчонки! Ну вот и все. Как будто ничего и не было. Ой, не говори, как-то даже грустно. Такие они забавные. Снеговик — это вообще умора. Он мне, знаешь, столько интересных историй рассказал. Давай об историях потом расскажем. Ну хорошо, давай тогда. Ой, я даже говорю, как он. Дурной пример заразителя. Ой, не говори. Давай тогда покушаем и чай попьем. Всем пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте свои царские лайки и до новых встреч!